Если он доплывет до того столбика, мы с тобой постоим еще полчаса, хорошо? И все равно тебе надо идти. И мама, наверное, как не спит и ждет меня. Возьми зонтик. Кто ты? Меня засмеют в общежитии. Не засмею. Ламя третьего. Ты уже родилась. Верно. Ты уже появилась на свет. Да. Постой, постой. Закрой глаза. Крепче. Постой, 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 постой. Смотри. Ой. Когда ж ты его успел купить? Ведь мы же все время, целый день были вместе. Женя, а где наши паспорта? Постой-ка. Мой вот он. Аня, мы же их перепутали. Ну и пусть. Не представляю, как я скажу маме. Просто ужас. Ну а ты сразу, как в воду. Ну, иди. Иди. Ну, возьми зонтик. Ну, ладно, давай. Уходи, сумасшедший! Простудишься! Ты с кем разговариваешь? Ни с кем! Вспоминаю стихи! Закрой окно! Подряд торчать в подъезде. Да, я была с Женей. У нас был очень важный разговор о предстоящей экспедиции. Давно пора познакомить меня с ним. Вы бы могли просто зайти сюда. Мамочка, ну мы боялись тебе помешать. Боялись помешать. Ты опять взяла мои тапки? А где мои? Твои тапки, ты их ищи. Пожалуйста. Мамочка, вот ты сердишься, а я ведь ничего плохого не делаю. И потом ты забываешь, что я уже взрослый человек, и что уже учусь в университете. Взрослый человек. Очень плохо, что у тебя завелись от меня тайны. Мамочка! Батюшки мои! Это что за праздник? Ты что, стипендию получила? Мамочка, он будет к нам приходить. Анька! Анька! Мамочка, а когда ты выходила замуж за отца, ты любила его? А почему ты меня спрашиваешь? Нет, я просто так. А почему вы разошлись? Я тебя об этом никогда не спрашивала. Он бросил тебя, да? Нет. Никто никого не бросал. Просто один из нас не любил. Или любил очень мало. Вот и разошлись. Но ведь была же я. Угу. Потом была ты. Ну как же так? Аня, твой отец замечательный человек. Ты можешь гордиться им. Да, но вы все-таки разошлись. Разошлись.
разошлись. Первая любовь — это гораздо сложнее, чем ты думаешь. Да, 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 да. Мамочек, может, я немножко поплачу? Ты меня больше не сердишься? Нет? И ты помнишь, какой завтра день? Конечно, помню. День рождения моего взрослого человека. Мама, к нам придет Женя. Вот и хорошо. Только ты пойми его правильно. А то он от смущения может показаться тебе совсем не таким. А еще я хотела тебе сказать... Анька, иди спать. Мне через 2 часа вставать, нельзя быть такой эгоисткой. Да-да-да-да. Я ужасная эгоистка. Мама, а кто из вас не любил? Или любил очень мало? Спи. Спи, Аня. Ба, а где мой лифчик, а? Ой, девочки, денег растранжили, почти все суточные и командировочные. Но ведь ничего лишнего, ведь термос нужен. Термос нужен обязательно. А темные очки, там такое солнце и такой песок. Мои носки. Обязательно. Не твои, а мои. А, правильно, твои. Девчонки, а как все-таки хорошо, что мы поедем все вместе, а? Будем ходить друг к другу в гости. Представляешь, Машка, мы с тобой пойдем в гости к Ане с Женей. А они нас принимают. Жизнь-то устраивается, девчонки. Шуша, мы ему дали комнату, мы переезжаем от родителей. Анька вышла замуж. А я невеста. Машка невеста. Машка невеста. Я, между прочим, думала, что она останется в старых девах. Да? Удивляюсь, откуда такое мещанство в понятиях? Жизнь есть жизнь, Маша, и ничего здесь такого нет мещанского, что каждая девушка мечтает выйти замуж, правда? Конечно. А вот что она вдруг выходит замуж, это странно. Сейчас как дам. Остальные девочки, что я Жене купила. Что? Сейчас. Ничего не понимаю, шляпа дамская, а трубка зачем? Он же не курит. Ну и что? Шляпу можно переделать. А трубка для солидности, ну не будет затягиваться. Ну как? О-о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 
Да, и даже очень. Когда нервничаю. А все-таки жалко, девочки, что вы будете работать на разных раскопах. Ой, подумай, 100 километров. Да, мы будем ездить друг к другу в гости. Нет, девочки, правда? Ну, конечно, ведь вы же не можете жить друг без друга. Какое ты наставишь положение? Да. Мы были свидетелями у тебя в ЗАГСе, а ты не можешь до сих пор матери сказать, что расписалась. Почему я должна придумать Шуша, трубочка? Девочки, почему? У меня не хватило мужества. Я собиралась. А Женя? Какое ты его ставишь положение? Он же сейчас придет. Да. А ты знаешь что? Вот когда я Шуша расписалась с моим, я сразу сказала родителям. Правда, он очень стеснялся. Перестань трещать! Стоишь? Ну, стой. Тогда я пойду. Маша! Подожди. Подожди. Я сама пойду, девочки. Иди. Ну, иди. Иди. Ну, иди! Иди, иди. Ты что, Аня? Нет, ничего. Вчера с Женей расписались. Вот и хорошо. Я знала, что рано или поздно это случится. Мамочка, прости меня, я виновата перед тобой. Ну, понимаешь, как все вышло? Через 3 дня мы уезжаем, и Женя обязательно хотел, чтобы мы расписались до отъезда. И ты не думай. Женя решил... Я ничего не думаю, Аня. Мы все сделали правильно. Только, Аня, не слишком ли ты сразу подчиняешься ему?
Я ему? Да. Ну как же, Женя захотел расписаться до отъезда, Женя решил. Женя не хотел приходить к нам в дом. Женя, Женя, а ты? Ну, мамочка, ой, Анька, это очень серьезно, когда у людей начинаются отношения. Как поставить себя, понимаешь? А то человек сразу тебе сядет на голову. Ой, мне кажется, что он немножко уже садится мне на голову. Дурочка ты моя, да я тебя обниму. Мамочка, а тебе никто не садился на голову? Нет, это не по моему характеру. Ой, а ты была счастлива с этим характером? Нет, Аня. Вы обязательно зайдите к отцу вдвоем с Женей, слышишь? Конечно. Он всегда так внимателен к тебе. Ой, мамочка, это Женя. Ты глупый, умойся, я пойду сама открою. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, Елена Андреевна. Здравствуйте, Женя. Ну, входите. Вот. Спасибо. Еще. Спасибо. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж ты, моя дорогая, раз-два и замуж? Ну да уж, раз-два. Муж 5 лет знакомый. Вот, познакомьтесь. Евгений Буров. Невозможно себе представить. Вот Аня, а вот муж. Ну что ж, прошу к столу. Садись. Сюда, сюда, к столу, к столу. Принимай. Хорошо. Аня. Спасибо. А вы работаете или учитесь? Я окончил Московский университет. Сейчас в аспирантуре. А по какой специальности? Я археолог. Археолог? Да. И давно уже в аспирантуре? Да и года два. Я кончил школу после войны. Пап, он бежал из детского дома на войну. Ну, что, Аня? Воевали? Да, пришлось. А где? В вашей армии. В таком случае, ура! Встретились фронтовые товарищи! Будьте здоровы. Будьте здоровы. В каком же звании воевали? Я был солдатом, Александр Васильевич. Почетно, хотя и по-настоящему трудно. Справлялись? Да ничего. Нет, я не могу слушать. Он же археолог, папа. У него талант разведчика. Он все время был на переднем крае, был ранен, был контужен. Понимаешь? А он ничего. Ну, а в археологии как? Тоже ничего? Более или менее. Ой, более или менее, нет, я не могу слушать. Он же скоро будет кандидатом исторических наук. И весь институт с нетерпением ждет его диссертации. Аня, ну? Вот тебе и Аня, потому что несносный тип. А сейчас он назначен начальником на один из важнейших раскопов нашей экспедиции. Понимаешь, папа? Вот кто. Здравствуйте. Извините меня, пожалуйста, что я в таком виде. Александр, я опять 1,5 часа валялась под машиной. Это невыносимо. Здравствуй, деточка. Здравствуйте. Это... мой муж. Ты вышла замуж? Да. Серьезно? Вполне серьезно. Ах, батюшки, чуть не забыл. Ко мне сейчас приедут, бегу. До свидания. До свидания. Ванечка, помоги. Не любишь ты меня, Ванечка? Не люблю? Что ты, Клаша? Терпеть не могу. Саша, отшпили. А какой специальности твой муж? Я археолог. Археолог? Ну, впрочем, ты счастливая жена. Чем больше будешь стареть, тем больше интерес он будет проявлять к тебе. Саша, дай закурить. А где вы будете жить? У вас есть квартира или хотя бы комната? Я живу в общежитии. Он будет жить у нас. У вас? Да. Ну, не знаю, не знаю, но, по-моему, вы поторопились с вашей свадьбой. Саша, я ненадолго, и у меня к тебе масса вопросов. Извините меня. Пойдем, Женя. Что? Что вы, ребятки, я вас никуда не пущу. Нет, нам пора, пап.
Полей мне. Как ты с ними разговаривала? А что? Я была более чем любезна. Ты буквально их выгнала из дому. Ах, извините, пожалуйста, что я вам нарушила семейную идиллию с вашей пришитой дочерью. Что? С вашей дочерью. Ну, как ты не понимаешь, что мне это не совсем приятно, что мне это просто неприятно. Только не вздумай плакать, это оружие на меня больше не действует. Расстегни! Давай поговорим спокойно, если мы еще можем говорить спокойно. Во-первых, у меня есть дочь. Это моя дочь, запомни это. Во-вторых, мы с тобой уже однажды условились, что ты не вмешивайся в мою жизнь, я в твою. Хорошо, но, по крайней мере, не ставь меня в глупое положение. Я все-таки еще твоя жена. Я последний узнаю о твоем отъезде. Я захожу к тебе в кабинет. У тебя там какие-то бумаги. Оказывается, ты назначен участником какой-то постоянной комиссии. Я просил тебя не заходить ко мне в кабинет. Смешно. Мне абсолютно неинтересно, что у тебя на столе. И в твоих ящиках. Я уже давно не роюсь. Но ты уезжаешь не на месяц, не на полтора. Ты, может быть, уйдешь на год. Смотри, Саша, не пожалеть бы. Я очень благодарна, что ты приехал проводить ее. Аня в первый раз уезжает так далеко. Ничего. Ей можно только позавидовать. У меня машина, я подвезу тебя. Спасибо. А Женя мне очень понравился. По-моему, серьезный, хороший человек. Да, хороший. И отношения, по-моему, у них настоящие и хорошие. Да, хорошие. Понимаешь, Елена, я хочу просить твоего разрешения. Мне бы очень хотелось участвовать в устройстве их жизни. Оба они по существу еще учатся. Нет, Саша, это совсем не нужно. Ну, право, Елена, мне кажется, это было бы по справедливости. Не говори о справедливости. Слышишь? Я прошу тебя, не смей. Никогда не говоря о справедливости. Хорошо. Ты права. Thank you.
Опять приехал? Ну, конечно, куда же мне деваться-то? Вот, познакомься, моя жена. Саран. Здравствуйте. Ну, Марамат. Марамат. Номера у тебя есть свободные? Сколько хочешь, все свободные. Ну, вот. Пойдем, Анечка. Как Академия приезжает, сразу у нас весело бывает. Ну, как номер? Очень, очень хорошо. Самый лучший, Аня Ханум. Ну, вы отдыхайте, устраивайтесь, а я вам приготовлю зеленый чай. А номер действительно вроде как ничего, а? Я Жене первый раз буду жить в гостинице. Евгений Афанасьевич, можно вас на минуточку? Сейчас приду, Брехов. Иди. Приходи скорее. Будем пить чай. Зеленый. Хорошо. Я потревожу вас для чего? Требования надо подписать на бензин. Хорошо. Да, вы не будете возражать, на Раскопе я живу не со всеми, а в 7 километрах. Там нашел разрушенный дом. Это зачем еще? Создал прекрасное помещение для нашей автобазы. Какая автобаза, когда у нас всего один грузовик? Да, но бензин... Ну и что, что бензин? Да, хранение горючего не рядом с раскопом, соблюдение правил безопасности. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста. Когда прикажете подавать завтра? В 5 утра. Ну зачем же в 5? До раскопа 113 километров. Ну, самый большой 3 часа езды. Да и вам вроде ни к чему. 5 утра. Голубчик мой, неужели ты серьезно думаешь о разводе? Бог знает что. При твоем положении разве можно не считаться, какое это произведет впечатление? Ведь это же лезть прямо на рожон. Вопросы семьи, вопросы морали. Перестань есть конфеты. Ну, ты же знаешь, я бросил курить. Ты 15 лет назад бросил. Все равно, я не могу, я нервничаю. Слушаю. Елена? Звонила Аня. Просила тебе передать, что у них все хорошо. Женя уехал уже на свой раскоп. Это у самой границы. Аня задержалась еще в городе. Саша, я еще вот что хотела тебе сказать. Ты меня извини, я тогда очень резка была с тобой в машине. Но ты пойми, я как-то очень нервничаю в последнее время. Ты не думай. Я понимаю, Лена. Я все отлично понимаю, что мой разговор с тобой тебе был неприятен. Поверь мне, я все понимаю. Ну вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Ошибаешься. Эта женщина не имеет никакого отношения к моему разрыву с Клавдией Николаевной. Понимаю, понимаю. Ничего ты не понимаешь. Эта женщина... безвозвратно потеряна мной.
В свое время я просто не понял и не оценил ее. Можешь ты понять это или нет? Я многое могу понять. Ты прекрасно знаешь, я не ханжа и никогда не проповедовал монашество. В жизни разное бывает. У каждого могут быть увлечения. Я сам отнюдь не безгрешен, но я требую такта. Ты женат 16 лет. Это, брат, не шутка. Я требую такта и приличия по отношению к семье. У меня нет семьи. Разумеется, тебе трудно. Клашка несносный человек. Я сам с трудом ее переношу. Но что же делать? Всяко бывает. Твоя личная жизнь, конечно, не сложилась. Тогда, быть может, как раз хорошо, что ты встретил, наконец, женщину. Она тебе нравится, у тебя появился душина, и ведь все можно устроить как нельзя лучше, тихо и без скандала. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Уверяю тебя, даже Клашка волноваться не будет. Ты о чем говоришь? С цепи сорвался. Мальчишество, безрассудство. Сколько тебе лет? Прекрати! Как угодно. По-видимому, говорить с тобой сейчас нет никакой возможности. Черт меня дернул поселиться рядом с тобой на даче. Хорошенький отдых. Нечего сказать. Конфеты забыл. Что? Конфеты забыл. Прощай. Прощай. Что приехал вовремя, нужно 2 дня раньше посылать. Я вообще не понимаю, что творится в городе. Я сам ничего не понимаю, Анночка. Еще никогда в город такого не было. Какие-то машины едут, люди. Аня Ханум, вы меня простите, пожалуйста. Вы все равно едете к Евгению Афанасьевичу. А я получил приказ немедленно освободить гостиницу и передать в распоряжение уполномоченного какого-то правительства комиссии. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Я поеду на попутной машине. Спасибо, Аня Ханум. Прямо не знаю. Гостиница у меня маленькая. Куда я их всех размещу? Что тут происходит? Понятия не имею. Всю нашу колонну подняли вчера ночью и бросили сюда. 400 километров остановиться не дали. Скорей, скорей. А далеко едете? До Кзыларта. К самой границе? Угу. А вы что везете? Больничное оборудование, медикаменты. Ничего не понимаю. Раньше здесь никакой погранзаставы не было. Кажется, не было. Ну,
А ваш пропуск? Какой пропуск? Я сотрудник Академии наук. На 113-м километре работает моя партия. И вы, наверное, это знаете. Товарищи, без специального разрешения я вас туда пропустить не могу. Вы можете мне, по крайней мере, объяснить, что здесь происходит? Объяснить я вам, пожалуй, обязан. Подождите! Подождите, а вещи мои! Спасибо! Ну? По ту сторону границы вспыхнула эпидемия какой-то болезни. Там ее называют огненной смертью. Они обратились за помощью к нашему правительству. И вот все эти машины с медикаментами, врачи направляются туда. Положение в данный момент крайне серьезное. И у нас в 30-километровой зоне от границы объявлен карантин. Скажите, а оттуда выйти можно? Оттуда, конечно, выйти можно, но, разумеется, с прохождением соответствующей карантинной процедуры. Это займет дней 15-18. Короленко! На этой машине вы можете вернуться в город. Скажите, а где я могу получить пропуск? Думаю, что это будет трудно. Карантин объявлен строжайший. Живите у меня, Анечка. А если не понравится, там и по гостинице будут номера. Вот, познакомься, Анечка. Моя жена, правда, она по-русски плохо говорит, но все понимает. Сын мой, Арас. Арас, выйди. Сейчас. Арас. Вот и Арас. Ну, пошли, пошли, пошли. Отдыхайте, Анечка, отдыхайте. Ну, хай. Санька, что делается? Ведь все прекратили работу, все едут домой. Ты представляешь, какое безобразие? Вечная перестраховка. Ага. Вот сиди и жди теперь, когда тебя устроят на практику еще. А вы знаете, а я даже рада. Хоть одно лето я проведу своим Шушей. Я уже послала ему телеграмку. Девчонки, поедемте к морю. Подожди, ты трещать-то. А где Женя, где вещи? Женя на раскопе. Еще на раскопе? Да, он там вообще остался. Вот видишь, человек своего добился. А наши, господи, наши даже ведь не захотели защищаться. Вот он-то доведет свое дело до конца. Ты куда? Где трещать, ей-богу? Ну. А почему ты здесь? Почему ты не едешь к нему? Да, потому что туда нужен пропуск. А что, он сам остался, а тебе не мог даже дать пропуск? Нет, наша группа находится у самой границы. А там объявлен строгий карантин. А мне в пропуске отказали. На какой же смысл сидеть здесь? Конечно, Анька, но это бессмысленно. Ты можешь так же сидеть и ждать дома. А если бы твой Шуша был там, ты бы уехала отсюда? Машка, я остаюсь с ней. А почему это ты, а не я? Тебя Шуша ждет, ты послала ему телеграмму. Ну что, подождешь, Шуша? Девочки, подождите, девочки. А мне очень важно, чтобы вы обе были в Москве. В Москве мама. Деньги-то у тебя есть? Немножечко есть. Сколько у нас, Маш? 75. На самолет. Ничего. Поедем поездом, а 75 рублей и разницу отдай Ане. Точно, поедем в общем. Вы что, девочки, а как же вы сами-то доберетесь? Ничего, Шуша пришлет нам по дороге. А где твои вещи? Вещей у тебя нету? Так вещи на раскопе. О, господи, боже мой. 900. Что это у тебя? Где? Это кофточка у тебя или платье?
Платье. Давай. Чего давай? Снимай, мое и коротковато, твое в самый раз будет. Ой, как я ж не утону. Ничего, ничего, времени тебя много, подождешь, давай ее. Раздевай, раздевай. Обнажай, обнажай. Девки, тише. Все, все. Аня. Деньги. Трусы. Лифчик. Держи платье. Будешь подшивать, не подрезай. Обязательно подрежу. Я тебя подрежу. Оденься. А кто видит? Полотенце. Майка. За нами. Девочки, маме только ради бог ничего не говорите. Потому что если она узнает, ведь... Не учи, Аня, не учи. Сами знаем. Ну, девчонки, давайте посидим, помолчим на дорогу. Мамочка! Мама, ты слышишь? У нас все хорошо! Нет, я пока еще здесь и, возможно, еще задержусь. Нет, Женя на раскопе. Нет, нет, здоровый, здоровый. Он иногда бывает у меня. Нет, не ссоримся. Абсолютно не ссоримся. Ты будь на это сейчас спокойно. Мамочка, больше говорить не могу. Большая очередь. Мама! Анна Александровна? Аня? Кошелев Алексей Степанович? Я Шуша. Боже мой! Шуша! Действительно я! Подумай только, Шуша муж Нины. Уж скоро год ее муж. Вот ведь глупость. Все друг о друге знаем и никогда не встречались. Шуша, Шушенька, а почему вы здесь? Я проездом. Постойте, а ведь Нина-то уехала 3 часа тому назад в Москву. Я знаю. Я был в гостинице. Ну, вы можете ее догнать. Нет, к сожалению, догнать я уже ее не могу. Через час я должен ехать дальше. Далеко? Отсюда, признаться, уже близко. Я боялся, что и вас не застану. Спасибо. Шуша, а вы едете туда, по ту сторону границы? Да, ведь я врач. Анечка, у меня еще целый час времени. Может быть, мы пойдем поужинаем? Ну что ж, пойдемте. Ну вот и хорошо. Если бы я сейчас был в Москве, мы бы с Ниной обязательно поехали в Архипосиповку. Анечка, а вы когда-нибудь бывали в Архипосиповке? Нет. Да что вы! Это же такое прекрасное место! Как раз на берегу Черного моря, недалеко от Геленджика. Море там такое прозрачное-прозрачное, песок, горы, реки, природа как в России. Я, правда, там не был, но мне рассказывали. Шуша, неужели вы думаете, что там действительно чума? Анечка, уверяю вас, мы и от нее научились излечиваться. Ну, посмотрите. Посмотрите, какие специалисты туда едут. Ведь наши лучшие врачи. Ну, все-таки больше всего я, конечно, люблю нашу русскую природу. Поля, перелески, озера. Шуша, это... а вы бы могли туда не ехать? Ну, мог, конечно. А, пожалуй, это хорошо, что Нина не знает, куда вы едете. А вам не приходила в голову мысль, что лучше не ехать? Нет, не приходила. Да, конечно, вы правы. А в Архипа Осиповку мы обязательно поедем на будущий год. Все вшестером. Вы, Нина, мы, Женя, я и Маша со своим мужем. То есть нет? Опять нет? Вшестером мы уже не поедем. Ведь осенью Машин муж едет на Северный полюс. Да, да. Товарищи, 10 часов. Размещайтесь по машинам в том порядке, как ехали. Ну что ж, надо ехать. Алексей Степанович, да? Наши вещи в 5-й машине. Я знаю, спасибо.
Вот что, Анечка, вы, конечно, увидите Нину раньше меня. Скажите ей, что я ее очень люблю. Ну, вот. Вот. Брехов не появлялся? Нет. Все-таки зря вы отпустили рабочих. Ну а как я мог их не отпустить? Люди все местные. Каждому в подобных обстоятельствах хочется быть возле своих. Нормально. Да ничего, дня через два успокоятся и все вернутся, я уверен в этом. Вот не пойму только, куда девался Брехов. А я вам прямо скажу, Евгений Афанасьевич, зря вы разрешили ему жить отдельно от нас. Вы думаете, ему там горючее держать удобнее? Ему там свои махинации делать удобно. А он мне надоел не меньше, чем вам. А где я могу найти другого шофера? Так вот он и пользуется. Небось, всю ночь гонял машин налево. А теперь обсыпается или пьян. И как только не боится в такое время, кого попало возить. Евгений Павлович! Евгений Павлович! Полюбуйтесь. Хорезмийская монета, 6 век. Да-да-да. Горбоносый профиль. Опа. Типичная острая бородка. Да. Это же портрет Африка, Никодим Петрович. Мы накануне великих открытий. Надо послать Брехова. А Брехов еще не вернулся. Куда он пропал? Я поеду к нему. Может, он действительно дома. Не входите! Не входите! Я, кажется, завалил. Пьяный Брехов! Нет. Грудь разламывает. Голова. Не могу подняться. Спасите меня.
Сколько часов надо, если гнать машину до Кцилсу и обратно? 6 часов. Не меньше. Тогда собирайтесь, Брехов. Поедете со мной. Где ключ от машины?
когда мы уезжали, Аня очень просила Елене Андреевне ничего не рассказывать. Вы понимаете, какое у нас сложное положение? Да. Имеем мы право молчать. Я обо всем узнаю и сам заеду к ней. Одну минутку. Давайте разберемся. Вот, вот граница. Видите, как близко от нее находится наш населенный пункт? Ну что ж, строгий карантин – это нормальная предусмотрительность. Нет, я убежден, что прямой опасности нет. А потом же не находится по эту сторону границы. Вот по ту сторону, вот там действительно горячо. Нет, а... Ну что нет, нет, нет. Вот с женам врачей. Там есть основания для волнения. Очень хорошо, что вы зашли ко мне. Очень хорошо. Я сегодня же свяжусь с ЛСУ. Я буду получать сведения каждый день. Звоните мне. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Александр Васильевич. Ну, до свидания. Мы пойдем. Пойдем. Понял, все понял. Вы будете мне звонить? Я даже вашу фамилию не знаю. Кошлина. Это ваша девичья фамилия? Или по-моему? Разве вы знаете, замужем я или нет? Теперь-то я уже знаю. По мужу, по мужу. Я все узнаю. Спасибо, Александр Васильевич. Вы, пожалуйста, поскорее узнайте, ладно? Саша? Мне нужно поговорить с тобой. Разве что-нибудь не ясно? Да, я думаю, что тебе многое не ясно. Может, поужинаем вместе последний раз? Ты никуда не уйдешь, покуда не выслушаешь меня до конца. Пить будешь? Не хочешь. Ну и не надо. Ты думаешь, я буду препятствовать твоему увлечению? Нет. Я даже могу понять его. Я познакомилась с Еленой Андреевной. Да-да, я была у нее. Прекрасная женщина, умная, красивая, очень добропорядочная. Только ведь ты сбежишь от нее через 2 недели. И от мамы, и от дочки, и от всего этого скучнейшего семейного уюта. Я ведь знаю тебя. Ну что ж, иди к ней. Чем скорее, тем лучше. Только не слишком ли ты торопишься, Саша? У тебя будет достаточно времени подумать. Ты уезжаешь надолго. Или тебе так необходимо писать письма, слать телеграммы, люблю, целую, тоскую. Сколько вам лет, Александр Васильевич? Не поздно ли? И последнее. Я никогда не думала, но оказывается, я люблю тебя. И я буду бороться. Ух, Саша, как я буду бороться за тебя. Таких, как я, не бросают. И меньше всего приспособлена к роли несчастной, покинутой жены. Ну, теперь тебе все ясно? Мне давно все ясно. Что бы ни случилось, я никогда к тебе не вернусь. Единственное, о чем я жалею, что решил я это слишком поздно.
Звонили от Евгения Афанасьевича. Из КЗСУ, из больницы. Из больницы? Не волнуйтесь, Анечка. Ничего особенного, заболел Брехов. Грипп или воспаление легких. Завтра, Анечка, Евгений Афанасьевич звонить не будет. Почему не будет? Не может, Анечка. Он сам отвозил Брехова. Там такое положение, там карантин. И попал в изолятор. В изолятор? Ага. Зачем волноваться? Они звонили, чтобы вы не волновались. Как звонить в больницу? Какой телефон? Зачем звонит? Что мне сказали, то и вам скажут. А если не так, то все равно не скажут. Значит, вам тоже могли не сказать. Что вы, что вы? Конечно, скажут. Обязательно скажут. Конечно, не скажут. Ой-ой-ой. Как нехорошо получается. Достали пропуск. Вы достали пропуск? Нет. Тогда зачем же вы приехали? Я не знаю. Я ничего не знаю. У меня в КЗСУ в больнице муж. Все равно пропустить я вас не могу. Да и чем вы там можете помочь? Наверное, ничем. Но почему за ним должны ухаживать чужие люди? Почему чужие люди могут рисковать своей жизнью? А я лишена этого права. Я жена его. Но если бы вы шли оттуда, понимаете, оттуда, вы бы тоже настаивали? Нет, никогда. Но сейчас я рискую только собой, только своей жизнью. Я знаю, его лечат лучшие врачи. Но где взять душевные силы, чтобы бороться за жизнь? Как важно, чтобы в такие минуты рядом с тобой был близкий, дорогой тебе человек. У вас есть такой человек? Я не женат. Все равно вы понимаете, о чем я говорю. Если бы близкий вам человек был в опасности, вы бы бросились к нему. Вы простили себя, если бы не сделали этого. Самое худшее. А я ничего не сделала. Хотя вдруг что-нибудь не смогла бы. Тогда как жить дальше? Пойдемте. Пройдете 3 километра, там будет 2-я застава. По этой записке вам дадут машину и отвезут в КЗСУ.
Извините, Евгений Афанасьевич, побеспокою вас. Зачем это? По распоряжению главврача. Мне бы на стол поставить надо. Почему Василий Васильевич решил, что мне может понадобиться телефон? Мало ли что, может пригодиться. Ну вот и все. Как Брех? Плохо. Извините, что помешал. Алло. Алло. Аня, ты! Я, Женечка, это я! Как ты себя чувствуешь? Я здоров, я совершенно здоров! И у Брехова ничего страшного! Я все знаю про Брехова, но я не волнуюсь! Понимаешь, я теперь буду звонить тебе каждый день, столько раз, сколько захочу! Да каким образом, Аня? Ведь это, наверное, очень трудно из карата! Я не в карата, я здесь, рядом! Как рядом? Здесь, за воротами, в проходной! Ну как ты попала сюда? Тебе что, дали пропуск на раскоп? Нет! Прости меня, что я так поступил. Но когда я вошел к Брехову, я прежде всего подумал о тебе. Ну что я делаю? Смею ли я рисковать? Но ведь к Брехову каждую минуту могли прийти люди. Люди, ничего не подозревая. А я уже все равно был в его доме. И он умирал. Ну мог ли я поступить иначе, Аня? Аня. Аня, ты слышишь меня? Я слышу. Я все время думал о тебе. Все время думал. Наверное, потому и был храбрый. Как хорошо, что тебе провели телефон. И не только телефон, Аня. Мне доставили сюда бумаги, книги, вот пишущую машинку. А пограничники даже предлагали послать своих людей на раскоп, чтобы заменить там рабочих. Это же замечательно, Жень. Это бессмысленно, Аня. Все равно Никодим Петрович и Кузя ничего же не смогут там без меня сделать. Анечка, ну если бы ты знала, какие замечательные вещи мы могли бы там открыть, и открыли бы их непременно, если бы не пришлось сейчас сидеть сложа руки. И неизвестно, сколько придется еще торчать тут. Аня! Аня, ты меня слышишь? Аня! Женя, я не буду тебе звонить каждый день. Почему? Можно я поеду туда вместо тебя? Женечка! Но ведь ты целый год мне рассказывал про свой раскоп. Я же знаю его наизусть. Женя. Тогда слушай меня внимательно. Мы вошли под своды неведомого замка. Он был разрушен пожарищем. Возьми карандаш. Я продиктую тебе план.
Если я там никого не застану, мы сейчас же поедем назад. Но, может быть, я задержусь. Вы все равно обязательно подождите меня. Счетчик выключать? Как хотите. Сказали, что шофер, которого Женя отвозил в больницу, умер. Брехов? Да. Подожди, подожди. Я сейчас все узнаю. Телефон не работает, я звонила тебе. Да, он был выключен. Комендатура адъютанта Сенцова. Петр Алексеевич, Новожилов говорит, немедленно соедини меня с госпиталем погранзоны. Да, к ЗЛСУ. Нет на дачу. Хорошо, жду. Очень хорошо, что ты приехала. Я понимаю, что могла тебя поставить в глупое положение. Но я думаю, Клавдия Николаевна поймет. Клавдия Николаевна не бывает здесь. Я совсем потеряла голову. Зачем она пошла туда? Во всех случаях бессмысленно. Чем она могла помочь ему? Не знаю. Не знаю. Я, наверное, поступила бы так же. Да. Помню, как в той же самой Средней Азии, когда мы с Иваном Гуляевым ворвались в аул, где засели басмачи, ты бросила след за нами. Помнишь? Я все помню, Саша. Госпиталь! Новожилов опять беспокоит. Что у вас там с Бреховым? Так. Так. Понимаю. Так. Я плохо слышу. Повторите громче. Я говорю, что очаг эпидемии по ту сторону границы ликвидирован. И в ближайшее время карантин в нашей зоне будет снят. Вы слышите, товарищ генерал? Слышу, слышу. Что касается происшествия с шофером Бреховым, это был единственный случай. Он последствий не имел. Как я вам объяснял... Ну вот, вот видишь, как хорошо, что приехал. Волновалась бы, зря. Как я благодарна тебе. Все это время ты был вместе со мной. Я просто не знаю, что бы я делала одна без тебя. Лена, разве могло бы быть иначе? Неужели ты не чувствуешь, каким ты стала мне дорогим человеком? Только я молчал. Ну, разве я смел бы сказать... Не имел права. Я молчал. Прости меня. Лен. Что случишь? Видишь, дверь не заперта. А ты не видишь, у меня руки заняты. Виноват. Не узнаешь? А ведь это никто иной, как сам политрук Ванечка Гуляев. Ленка. Ленка! Слушай, ну просто даже и не изменилась совсем. Постой, постой. Я ведь тебя лет 10 не видал. Да, если не 15. 15, да.
Ой, Ванечка, Ванечка, а? Я всегда говорила, что ты будешь толстяком. Ты помнишь, как по 15 котлет съедал? Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, любил поесть, это правда. Извини, пожалуйста, что я в таком виде. Я ведь тут на правах соседа. Вот и приходится таскать новоявленному холостяку ужин. Надоел он мне хуже горькой редьки. Скандалист. Наготовили ему сегодня мои нечто вроде гуляша с рисом. Вот мы сейчас за компанию с ним чайку и выпьем, а? Давай, Ленка, хозяйничать будем, чаевничать, как некогда на азиатской границе. Ухаживай, ухаживай за стариками. Вот одышка, а? Ну, кухня направо, действуй, не зря же пришла. Может быть, ты устала так? Я сам. Не, я сама. Что? Да, Лена, Лена, чайник на плите. Нашла, да? Давай, давай, убирай, убирай. Ну, скажи, пожалуйста, Ленка, а? И факт, если изменилось, то совсем мало. Я, брат, рад, что у тебя с ней приличные товарищеские отношения. Вот с моей точки зрения, только так и должно быть у людей. Пожалуй, еще не остыл, а? Или подогреть? Да нет, не надо. Если бы ты мог вернуться к Ленке, а? Представляешь? Да, 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 к Ленке. К ней, представляешь, тут, брат, никто бы и не пикнул. Вернулся к старой жене, естественно, там у тебя дочь. Красиво, достойно. И ведь Ленка, ну, Ленка это душа человек. В полку любили ее, помнишь как? Лена, Лена! Ты что, с ума сошел? А я разогреть. Я уж и сам проголодался. Иван! Нет, ничего, ничего. Иван! Иван! Евгений Афанасьевич! Жень, иди сюда, иди скорее! Смотри, смотри! Кругом бушевал огонь. Братья, орды, завоеватели. Гибли города, но ничто не тронуло ее. Самолет номер 13.
Признаться, я думал, что ты не придешь, и я прожду тебя напрасно. Всю эту неделю ты избегала встречи со мной. Ты это делала нарочно. Зачем? Разве что-нибудь изменилось в наших отношениях? Ты же знаешь, что изменилось. Я звонил тебе, никто не подходит к телефону. Потом от соседки узнаю, что уезжаешь в отпуск на юг, ничего не сказав мне. Тоже нарочно? Да. Я не хотела тебя видеть. Если бы ты не пришла, я не улетел бы сегодня. Очень хорошо, что ты уезжаешь надолго. Елена, всю эту неделю я думал об одном и том же. Я понял, бесповоротно понял, что больше так жить не могу и не буду. Ты должна быть со мной. Какие у тебя холодные руки. Мне холодно. Что вы пожелаете? Ничего. Может быть, кофе? Нет. Мороженое? Спасибо, не нужно. Саша, а ты не подумал, что, может быть, мы с тобой стали чужими людьми? Ответь мне, как ты прожил эти последние 16 лет? Я не понимаю. Рядом с тобой находился человек, твоя жена, которая изо дня в день всем своим поведением опошляла то, ради чего ты жил. И ты терпел, ты мирился. Большой, умный, принципиальный человек. Как все это могло произойти? Но я понимаю, было увлечение, любовь, близость. А потом ты давал ей все и ничего не требовал в ответ. Как мало, оказывается, тебе было нужно. И не ты ли сам виноват в том, что она стала такой? А потом вдруг увидел, взбунтовался. Не понимаю. Ну, скажи, что я не права. Ну, скажи. Я давно простила тебя то время, когда ты оставила меня одну. Но эти 16 лет никогда не прощу. Никогда. Я поняла это в тот вечер, когда очутилась у тебя на даче. Я словно вплотную приблизилась к твоей жизни. Мне показалось тогда, что не стало человека, которого я столько лет носила в своем сердце, как самое дорогое. Не стало. Не могу. Не могу. Иди, Саша. Иди. Весна не повторяется. Нет, ты на 2 рубля уже. Спасибо, не говорила. Анечка. До свидания. Спасибо, Анечка. Ай, ладно. Поехали.
Закрывай дверь. Ну вот мы и дома. Женька, целоваться в подъезде. Мама всегда говорила, что даже стоять в подъезде неприлично. А ты знаешь, я первый раз в жизни возвращаюсь домой, а мамы нет. Постой. А мне показалось, что в окне был свет. Захотелось увидеть тебя. Мамочка!